Noise unlocked! Это меня. Не-не-не-не-не, ты подожди, ты выбери. Ты выбери хоть что-нибудь на нойзе. В смысле, начать сейв файл? Да. Вот он! Мой маленький желтый гремлин. Ну, при... Вот как нельзя не обожать его, а? It's really finicky. А, надо просто фигачить X. И смотри, ты не можешь это делать бесконечно. Здесь вообще должно быть прикол с тем, что ты должен использовать эту дрель ради того, чтобы полностью это пройти. Ну ладно. Окей. Спасибо, что сразу открыли порталы. Точно. Да! Пипец, он очень странный. Что? Серьезно? У него настолько высокий... А, точно. Ну все, поехали. О, господи, музыка, я не могу. Ладно, я со временем я соображу, как играть на нем. Пока я туплю. Да остановись ты, господи! Даже музон поменяли. Бачу. Музон вообще качает. Я, конечно, спидранерский ран не сделаю, но я хочу просто поиграть. Бля, вот это я обожаю. Я обожаю то, как он падает. О, что? Он мгновенно отскакивает. Классно. Мне кажется, ли чего-то не хватает? Да, доспеха. Который ты забыл подобрать. О, охренеть, он из телека вылез. Он прыгает на 50 метров вверх. Ам. Да. Хардкор, вот. Хардкор. Пинг-понг мяч. Серьезно? А как я это должен...
даже не буду пытаться взять тут Пэран после такого. Блин! Окей, я конченый, погнали. Божественно. Women. It looks like you're having some trouble. Кто из вас молнию прожал? Молнию прожал уже я. Ты прожал гребаную молнию, в этот момент я получил урон и потерял ран. Блин, да что такое-то? Второй, хватит молнию юзать! Я вернусь к этому уровню потом. Я хочу понять, как эти бомбы работают. А, окей. На втором боссе повеселее будет. Я обожаю, когда кто-то говорит, мол, типа, вот там будет дальше веселее. Когда кто-то уже прошел дальше и что-то там сделал. Знаешь, почему я люблю, когда кто-то так делает? Потому что я так делаю. Я, мразь, так всегда делаю с кем-то. Ну, я как-то еще не прошел там, но ладно. В любом случае... I'll be the judge of that. Геймплей не изменится, но... Ну да. Ну да. О чем ты продолжаешь говорить, скажи, пожалуйста. Что? О чем ты продолжаешь говорить мне про этот босс файт? Ну, потому что... Потому что мы все знаем, что ты Виджиланти ненавидишь. Не клади слова в мой рот. Я забываю, что я играю ради кайфа. А не ради смака. Смаковать я еще посмакую. А, и все. И победный джингл Нойза тоже. Охренеть. Дай мне этот ключ. Be bad, do better.
Хороший выбор. Ого. Я убил. Серьезно? Что? Рожа на телеке и то, когда он метает морду, это превосходно. Как гребаный бумеранг, это превосходно. Ломбо-хомбо! А, ну я хочу посмотреть, насколько ужасна та комната секретная. О, нет! Да магнитится немного к нему. Он самонаводится на ближайший хук, серьезно. Ну, об этом я и говорил, да. Эта комната расстала в 150 раз легче. Наблюдается очень весьма интересные балансные правки. Это тоже часть балансных правок? Да. Мой любимый уровень. Поехали. Он любимый только потому, что есть музыка. Наверное. Ну, по факту. Лей. Так, ты умеешь дэш делать, да? А, я не могу даже делать, потому что я слишком не призрак. А там прям есть отдельная кнопка выбора персонажа, что ли, теперь? Вообще там, да, как после того, как ты пройдешь игру Зонайза, там еще и один секретик откроется. Тихо! Что, молчу. Иначе я буду в соло записывать. Вначале секретика не будет. Тайного. Ой, господи, эти 300 очков тебе так нужны, да? Конечно. Нет. Это же 101% ран и все такое. По кайфу, но 101%. Наверное. Ой, еще один секретик скипнул. Да. This is unacceptable. Что? Я лошадь убил! Прикинь, в салоне лошадь можно убить. Ну, раньше так точно нельзя было. Ну и надо ей. Прикольно. Beware Outlaws, the Vigilante. А, нет, короче, да. Просто он меня бомбами. Оставил с моими бомбами. Ну, в любом случае, это, по-моему, полегче, чем пульки. Ну, блин, бомбы, они сами по себе странные, но да, это легче. Давай, две хп-шки. А, там это, не срили в конце. А, он уже закончился, охренеть. Короче, Макс, плохие новости. Vigilante очень сильно опустили. А! У тебя все это время был револьвер? Да, он уже у него всегда был. Он использовал бомбы, чисто. Он его сам даст. Он просто взял вызов. Ты не нажимал даже. Я вообще не нажимал. И он сам застрелил. Он сам его убил. Офигеть, его быстро фигачим. Он почти мгновенно понял, заканчивается. Офигеть, ты видишь, это спаунтрэп? Это просто... Я ему даже походить не даю! Это превосходно! Великий Vigilante закончил. Давай. Прикольный вариант. Он сейчас еще упадет. В озер. Он упал еще. Все уровни It's там. It's time начинаем. For Tropical Crust. Я видел, они с бочкой что-то конченое сделали. Вау! В яблочко. А, такая... Ну, у меня тоже есть, понял.
погоди. Чего он носится? А, фига себе. Попался, стоял с чешкой. Да-да-да. Джентльмен, когда вы уже прекратите бомбу кидать? Я очень не любил этот уровень за гребаную бочку! Да-да-да-да-да-да-да! Я тоже... Бочка изменилась, а сдох я все равно в том же месте. О, господи, а! Ладно, хрен с тобой. Вау, вам реально так жалко ЭС-ку было мне дать, ну ладно. А этого надо лутать все степи. Shut the f***, please. О, Форест. Принцип прохождения, в принципе, тот же у него. Nice tutorial. Wow. Он просто дом снес и забрал топин, я понял. Ну там один из гремлинов стоял и махал тебе просто, потому что ты тоже гремлин. Это да, я видел это. Типа, наверное, потому что ты Нойс и он гремлин, но Нойс гремлин. Не, типа поклонник, но у Нойс не гремлин, он в любом случае, типа, он ведет себя как один, но он не гремлин. Просто карлик. Заставляешь меня снова душить. Ага! Да, нашел! Сейчас посмотрим, что ты на вот это скажешь. Они весьма прокачались. Ребят, зачем вам дали доступ в интернет, скажите, пожалуйста, чтобы... Показывает, что Нойс гремлин. Ну, хоть мне нельзя, нельзя говорить и играть одновременно. Вот по этой причине. Вот исключительно по этой причине мне нельзя обсуждать что-то по типу Нойс гремлин или нет, блин, и играть в эту игру одновременно. Знаешь почему? Потому что Нойс гремлин. Я не хочу знать! Тебе придется. Он такой же злой, как Нойс, господи. А, он меня даже не атакует, на удивление. Он пока что стоял с пистолетом, когда он сам застрелил тебя. Ну я тоже, а потом я понял, что хочу наслаждаться игрой. Показать свое мастерство я всегда могу. Не, прости, на третий круг тебя никто не отменял. Я выключаю войс, все, я не хочу больше слушать гольд дискорд. Мне сейчас плохо станет, я клянусь. Привет, гниль. Ведь реально гниль. Почему на заднем фоне Сквидвард? Давай, не забывай просто отходить. Ну так, знаешь, когда он такой... Да, типа того. Well, according to my calculations, камень двигается, о господи! Да, я же говорил. Меня двигающийся камень напугал. Я игру наслаждаюсь. А, точно, забыл. Саундтрек? Ну послабее саундтрек будет, если честно. Ага. Дайте мне этот ключ. Наконец-то, блин, не могу понять. Мне говорит, что с четвертым боссом. Там на УЗ-то, наверное,
пожалуй, мне надо расслабиться. И поиграть в голь. Я прямо чувствую расслабление. Никто меня ничему не учит. Не дает занятные факты. Просто превосходно. Полная гармония. Мне кажется, или ракета носит раз в 50 быстрее, чем у Пипина. Господи, как я божественно сохранил это комбо. Короче, ты видел, как я вот с этим чудом дрался? Сейчас я его выиграю за 3 секунды. Ладно, если ты на самом деле хочешь рефайт с этим уродом, тебе надо сделать вот так. И после этого он оживет, но я это делать не буду. Отличное начало. А, и да, ты можешь серфить на воде. Я ненавижу этот вертикальный коридор. Блин, я мог прыгнуть наверх, я идиот. Да? Да! Что? О, я где-то топины пропустил. Отлично. Пойдем на завод. При чем здесь ведро воды-то, а? А-а-а. Вот зачем мне вода нужна была? Охренеть! Это моя любимая трансформация. Он носится как сумасшедший просто! Класс! Дедулю убили, можно идти. Окей же. А, так вот мой бесплатный проезд. Да.
Нормально, брик прокатился. А что он тут просто сидит? Ну ладно, не буду спрашивать. Просто читал газету. Привет, Pizza Face! Красиво! Настало время для колодоса. Я вижу ночь слегка умнее, чем Пипина. Мне кажется, такой дикий секвенс брейк будет. Ну благо, хоть фейк Пипина все еще тут. Охренеть, он быстрый! Хрен тебе! Смотрите, после Пипина он научился бегать, кто мог подумать. Hello. Это интересно. И наконец-таки. Вор. Что это было, а? Блин, может я приду к Pizza Face, он просто возьмет и сдохнет. Было бы классно. Привет, друг. Пока-пока! Труп Нойза достал! Охренеть!
О, ну и спится. Я победитель. Превосходно.